доброго времени суток. Меня зовут Анна, и вы на моем канале. Девчонки, у меня сегодня на распаковке всего лишь две посылочки. Чтобы как бы не делать два видео, я решила в одно сделать. Это вот у меня с Китая. Вот эта вот посылочка такая. Так, сейчас повыше подниму вас. Побольшенько. Это с России. Давайте начнем с Китая. Что у нас тут? Чтобы не снимать отдельно видео вот на эту, как говорится, решила вместе их снять. Так. Естественно, пакет не в пупырку. Но смотрите, как тут все упаковано. Так, пусто. Мне даже самой... А, все. Все, девчонки, я догадалась, что здесь. Здесь у меня ручка на фрезер. У меня сгорела ручка. И сам, естественно, фрезер. Сначала сгорела ручка. Я взяла от другого фрезера. И потом у меня перегорел сам фрезер. Хорошо, у меня был в запасе второй. Кстати, ручка быстро дошла. Уже не первый раз заказу. Вон сколько пупырки было. Уже не первый раз заказу у этого продавца. Наверное, уже второй раз я себе заказываю вот такую ручку. Мне нравится. Вот такая вот, девчонки, ручка. Ну, давайте, пока мы с вами будем распаковывать другую посылочку, мне сын даст фрезер, мы ее проверим, работает она или не работает. Так, давайте с вами открывать пока вторую посылочку. Да, я не успела открыть вторую посылку, у меня уже сын быстренько поднес. Вот такой фрезер, я заказывала его на Китае, меня показывал, как-то у меня есть мой фрезер, который сгорел, я покупала у себя в запас, заказала вот такой на Китае, на Алиэкспресс. Ну и посмотрим. Ой, у меня все, ручка работает. Кстати, знаете, что мне кажется? Мне кажется, она лучше работает, чем вот от него была ручка. Вот от него ручка, от этого фрезера. Да, вот смотрите, она шумит как. Сильнее шумит. И она вот эта ручка почему-то, девчонки, вибрирует очень сильно. Нет, вот он прям хорошенько. Вот эта мне ручка нравится. Надеюсь, долго прослужит мне. Так, рабочая, все проверили. Так, давайте приступим к распаковке ко второй посылочке. Это я заказывала с им косметик вроде бы. Сейчас точно вспомню. Сама уже почему-то не помню. Да, им косметик. Вот так вот все упаковали. Здесь есть все. Я так, пакетик в пупырку. Здесь я попросила как бы товарный чек и декларация вот на все товары, которые я заказала. Ну, это я для себя. Так, потом посмотрю. Так, вот. Упаковано с любовью. imcosmetic.com. Первый раз, кстати, заказывала на imcosmetic. Решила попробовать. Мне там масло понравилось. Так, в Ютубе у кого-то увидела. Мне понравилось. Я захотела себе это маслечко для ногтей. Также я тут же еще раз заказывала. Участвовала в закупке в группе ВКонтакте. Заказывала там Сталикс пончики и пилочку. Вот основы. И тут же я решила тоже заказать эти пончики. Так, вот так это было все упаковано. Смотрите, тут и дальше все упаковано. Как... Вообще классно упаковывают, правда, с любовью. Вот это я убедилась, то, что можно заказывать и не раз здесь. Так, буду даже, вот, посмотрите, пакетик просто положили. Видите? Вообще. Так. Здесь у меня на 100 грит. Я ее открывать не буду, так как у меня уже есть такой пончик на 100 грит. Это новый лежит.
А здесь я, девочки, заказала на 240 грит. Мне стало интересно. На 240 разница. И давайте как бы открыть хорошенько. Хотела открыть вот это, чтобы не рвать ее. Ну и, конечно, это не я, чтобы я не порвала тут что-то. Ой, вообще. Открыла. Так, а 200... Так, это вот у нас на 100 грит. 100 грит вот грубовато. Так, 180 грит мелковато, а это еще мельче. Классно, буду пользоваться. Теперь у меня вот такое вот количество пончиков. Вот. Еще надо будет тогда заказать на 240 грит. Ой, вот это вот ноготки. Так, давайте следующее. Следующее у нас вот так вот в коробочке все упаковано. Посмотрите, как классно все упаковано. Вообще, я вот такие вот даже называю как бы жопки. А это не жопки, это больше как бы волны какие-то. Какой пузырек большой. Представляете, насколько мне хватит? Знаете, я не успела открыть, отсюда уже аромат такой. Ай, обалденно вообще. Ничего не протекло. Это вот такое масло, кукла. Так, блин, фокус. Вот, надеюсь, вам видно. Состав масла сладкого миндаля. Так, блин, самой толком не семена подсолнечника, жожоба, лимонная, сафлоровая, витамины Е. Парфюмированные одушки, краситель, ну и все, срок годности с даты изготовления 36 месяцев. Ну и давайте откроем, понюхаем. Вот само, коверкать не буду, получается, так... 30 миллилитров. Пузырек как огромный. О. Как приятно пахнет, девчонки. Вообще обалденно. Так. Закрыли хорошенько. Знаете, тоже хорошее масло. Вот у Мии нравится. Ой, классненькое. Давайте следующее. Так, в коробочке ничего нету. Следующее у нас... Где тут название его? Тоже кукла. Тут почему-то название приклеено. Так, вам не приклеено. А здесь ничего не приклеено. Остальное все одинаково написано. А, нет, вот. Вот. Вот здесь вот. Здесь получается, наверное, бумажечка это отклеилась. Информация, я так поняла. Так, то же самое. Да, то же самое. Состав, только отдушка совсем другая, парфюмированная. Так, посмотрим, что здесь. Ну, здесь, знаете, как бы розы пахнет ничем. Как бы вот этот запах мне не очень понравился. Тоже 30 миллилитров. Вот это мне больше всего понравилось. Вообще обалденно. Давайте следующую откроем коробочку. Так. Здесь уже пузыречки поменьше. Ой, тоже запах отсюда. Уже совсем другой. Так, вот эти вот. Хорошо, конечно, упаковывают. Давайте начнем с вами... Заказала Real Profi Primer
15 миллилитров. Решила попробовать кислотный. Вот вся информация. Вот. Вот. Так, давайте понюхаю. Ой, ацетоном прям едко-едко ацетоном в нос. 15 миллилитров. Буду пробовать. Что-то у меня тут приклеилось. Следующее. Премиум Бондер. 15 миллилитров. Бондер для гель-лака. Тоже вот вся информация. Страна-производитель Россия. Обладает отличными обезжиривающими, дезинфицирующими. Вот. Надеюсь, успели прочитать, кому надо. Давайте тоже понюхаю. Запах, знаете, ничем не отличается. Запах у них, мне кажется, одинаковый. А вот срок годности вот написано до 23 года, а здесь до 22. Получается, бондер до 22, а праймер до 23. Давайте следующий. Вот достанем вот такие маслечки. Вот такие маленькие. Сейчас я их достану с пакетика. Масло у меня улетает постоянно много. Я сама каждый день маслом пользуюсь для ногтей. Так, и что это? Масло для увлажнения и питания кутикул. 12 миллилитров. Вот такое вот название. Так. Ледяное. Вот то же самое. Мне так кажется, это то же самое. Только название совсем по-другому, наверное. Угу. Ну, давайте понюхаем. Пузыречки, смотрите, полные. Да, вот это то же самое. Можно дочери отдать, вот это маленький. Себе оставлю большой, как говорится, а ей маленький отдам. Давайте следующее. Какая-то Jazz Nile. 12 миллилитров. А вот здесь я информацию не видела. Фокус. Здесь состав. Состав то же самое. Так, срок годности 36 месяцев. Изготовлено в 2018 году. Вот это нормально пахнет масло. Больше всего мне понравился вот этот, конечно, запах. Но я еще эти не посмотрела. Так, здесь получается Jazz Nile тоже, что ли? А, нет, вот смотрите, где вот. Вот. Спиритуал какой-то и Габриэла. Габриэла. И что-то вот это Габриэла у меня не откручится. Все, открутила. Ой, как вкусно пахнет вообще, девчонки, вот этот. Блин, вообще он в полный пузыречек. Габриэла вообще вот это вот обалденно пахнет тоже. И последний. Так, вот здесь вообще ничего нету. Прям. Спиритуал. Ну да. А это значит опиум. Опиум. Такое название, девчонки, вообще. Как же она вообще обалденно пахнет, вот это. Вот это да. Знаете, вот духами обалденно. Вообще классно. Так, я не пожалела, что я сделала заказ.
Больше так, мне вот это вот понравилось и вот это. Ну, еще более молясь, вот такое. Вроде бы как бы эти не... Ну, это понятно, что это вот от этого большого пузыречка дочери отдам. Вот, но вот этот вот я, естественно, оставлю себе. Так, вот такая вот, девчонки, так, сейчас подвину. Так. Вот такая, девчонки, была небольшая сегодня распаковочка. Надеюсь, вам понравилось. Ждите дальнейших видео. Всем пока-пока!